18 сентября 2016 года Саратовское региональное отделение Корпуса наблюдателей за чистые выборы планирует закрыть все избирательные участки района Саратовской области. То есть на избирательных участках именно от нашего корпуса будет направлено около 1000 наблюдателей. Также будет создан в Саратове колл-центр, который будет собирать и анализировать информацию о нарушениях, которые появляются в СМИ, которая будет передаваться от наших наблюдателей. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к руководителям всех политических партий Саратовской области, которые будут участвовать 18 сентября в выборах, и их политические партии направят своих представителей, с тем, чтобы они обеспечили своих наблюдателей достаточным количеством методического материала и наблюдатели не допускали нарушений на выборах. Также хотелось бы обратиться с тем, чтобы руководители политических партий приняли бы все меры для того, чтобы выборы состоялись чистыми и честными. С данной целью мы планируем подписать соглашение за чистые выборы с общественными организациями, которые будут также делегировать своих наблюдателей, и политическими партиями. Текст обращения завтра будет передан всем политическим партиям, и 26 августа мы планируем как раз-то подписание данного соглашения.